Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Снеговик, Крошка, Крошка, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Прятки», «Карта у нас Майнкрафт». Можете написать с какой-то игры или фильма. Если опять укушите, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, даю вам 10 секунд. Пацаны, все, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Как в детстве, знаете, говорят так? О, кстати, я не зря сюда зашел, потому что я увидел, как закрываются здесь двери. А это означает, что кто-то здесь шкерится. А если кто-то здесь шкерится, значит, я его убью. Мог, ну почему ты так все легко заныкался? Надо было жестче ныкаться. Техники. Так, бери себе аниматронейшн, а будем вместе их искать. Этих чили-пиздриков. Ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики, потому что ролики выходят каждый день. О, я слышал, как кто-то упал. Кто не падал? Я слышал, и именно упал на жопу. Это был звук, запах жопы. Найду. В смысле запах жопы? Блин, здесь такие нычки имбовые, вы так примитивно ныкаетесь. Так, нас уже трое. А трое против пятерых. Пачок потик. Пачок потик, я Рик. Да. О, я знаю, как можно еще кого найти, потому что я догадываюсь, кто еще может быть. Надо идти вот туда. Надо вот туда идти. Где? Вот говно. Мимо пролетел. Боу-щит. Я сейчас видел, кто-то превратился в невидимку около меня. Еще да? Около меня кто-то бежит. Я вижу, как балунбой бежит кошмарный. Есть! Есть, красава, великий Мишаня. Ты уже не великий. Ты же обычный Мишаня. Нет, я всегда. Не-не-не-не-не, ты обычный человек. Я бегу, я прятаюсь, я бегу. Быстро беги. А у меня... Так, еще... О, какой крошка, крошка, розец. Минус два. Так, кого еще не нашли? Я один. Нифига себе, такая карта большая, так быстро всех нашли. Так, так, так. Получается, Снеговик, тебя не нашли, да? И я все нашел сразу трех. Они все в этом месте были. Так что, всех нашли полностью? Да. Да, я... Хорошо, пацаны, давайте. Кого последнего нашли? Меня. Снеговика. Снеговик, теперь ты ищешь, а мы прячемся. Обнуляем карту, пацаны. Ты готов? Конечно. Я даже не буду брать маленький скин, потому что ты меня все равно не найдешь. Так, все, пацаны, быстрее прячемся. Быстро, быстро. Он должен нас долго очень искать. Хочется меня убить. Снеговик, ну что, давай, ищи нас. Его. Ты сможешь, я в тебя верю. Я сейчас возьму какой-нибудь предмет и лечу к тебе. Например, я буду духовкой. Мне вот очень нравится. Я скажу сразу, меня никто не найдет, я буду самым опасным. Я могу вас найти, я знаю, где он. Так, летаем, ищем. Что там летаешь и ищешь? Ну, я ищу тебя, чтоб посмотри, как ты ищешь меня. Ну, как-то так. А как он тебя найдет тогда? А я не знаю, а я можно заспавнить предмет, нажать управлять им, ты как бы сидишь на месте, ну камера летает за тем предметом, которым ты управляешь. Гавин, хочешь подсказку? Ну. Я, можно сказать, в подвале каком-то. А я кого-то слышу. Не подсказывайте, карта очень маленькая. А я плаваю. О, в воде. Вот это я объекался. Не бойтесь, пацаны, он нас не найдет. Это будет 40 серий, пока он нас найдет. Может, ну, потому что... невидимки, меня никто не заметит. А, это раз. Это не важно. Во-вторых, нас 8 человек. Это 3. Уже... 6. 6. Не 6. 7. Уже не 6. 5. Уже 5? А ты нашел кого-то? А, нет, 4. 4, я 2 нашел. Опа, пацаны, давайте. Чуть никого не вижу вообще на улице. Просто летаю себе, балдею. Проветриваю духовку. Где твое тело находится? Где мое тело находится? Мое тело на стуле. Если я скажу, они на тебя найдут. Нельзя говорить, нельзя. Че тебе, может пилпак дать, чтоб ты взял себе аниматроника или что? Ладно. Так. На. Я утону сейчас. А че, не заспамнила? А, наверное, возле меня что ли спамнится она? Spawn World. Ну да. Что ты такой снеговик бегаешь тут? Один. Один ты... Где? Я не, я плаваю. Чуть никого не наблюдаю себе. А где пацаны вообще? Где вы их ищете всех? Ничего не вижу. Я не знаю, я вижу, просто сейчас Golden Freddy бежит и все.
А где он бежит? Он. А, вижу, вижу Голден Фредди. Наконец-то хоть одного аниматроника увидел на планете. Так, в домике ищи, да? Ищи где-нибудь в подвалах. Куда это я? Ой, никого нету. Надо в подвалах. Да-да-да, надо, пацаны, наверное, в подвалах. Подожди, в подвалах? Ну-ка, да, подожди, наверное, да. Я знаю, где крошка-крошка спрятался. О, надо полететь наверх посмотреть. Может, наверх кто-то зашкерился? Вот тут вообще классная нычка. Вот здесь можно реально зашкериться круто. Я что-то на мысли. Так, так, так. Я сейчас начали глины, или сейчас летает этот... Это было как-то называется. Или... Я не помню, как это липосакция, да. Какая-то дичь, короче. Слышу, слышу Фредди. А если его, если я слышу, значит это что? Это значит, он возле моего тела уже. Понимаю, лопата. Тихонечко. Посмотрим, кто здесь ходит. Слышу, слышу, как кто-то пробивается ко мне сюда. Я буду уклоняться. Если кто-то резко забежит, я не дам себя убить. Живым не дамся. Дашься мне. Не-не-не. Во, я слышу Фредьку. Так. Надо ниже спуститься. Да, по крайней мере, могу так увидеть, если кто-то на этот этаж забежит, стеклянный. Всё. У меня просто этот баганулся под картой прям с полностью спал. А так и должно быть, это по сюжетке карты. Прям под карту, под карту. Да-да-да-да-да. Чё-то, а я упал. Разёк, хватит. Вы слышите этот звук какой-то стрёмный играет? Да, вы убивали. Да я убиваю. Мочи, мочи всех, я остался последний, наверное, да? Нет. Ух, вы какие деловые, я бы уже всех убил бы сразу. Ха-ха, наверное, нет. Профессионал. Кто большинство убил в прошлом раунде. Блин, я вообще в классном месте, меня не найти. Не, найти-то можно. Но надо знать сюда проход. Я видел, ты туда летел. Куда я летел? Никуда не летел. Ясно. Ой-ой-ой. Спрятаться? Ну да, сюда вообще легко прийти. Я иду вниз. Ой! Слышу, кого-то мочканули. Я же говорю, мог, ты пытаешься. Мог, ну что ты пытаешься? Не пытайся даже. Тебя все равно все убьют. У нас самые мощные здесь мужики. Я. Ты. Конечно, кто ж еще? Я слышу, я слышу. Нет, здесь нет Димаса. А, это Фокси. Да блин. Кто я еще остался среди маски? Я и кто еще? Так, крошка. Подожди, кто-то тут должен еще быть. Арни остался. Срили? Три, да. Ну я все, я почти. Я, кого я искал, я всех нашел. Слышали? Стрельбу слышал. А откуда стрельба идет, пацаны? А я не знал, тут близко к вам. Еще раз, еще разок. Да. О, я стекло разбил, да ладно, я не знал. Че, ну, карта разрушается, что ли? Стекло разбил? Ну чё, давай! Я тебя убью в дробовиком в живот. Ой. Давай, иди давай сюда. Это сейчас, когда пушку на! Возьму. Кушай. Чё, почему не могу? Я не знаю, всю карту сейчас взорву, вас нету. Где? Где? Ну вообще не понимаю, как вы мне не можете найти. Я в какой-то столовой. Вроде такое место легкое. Сейчас мы газа тут напустим. Надо текать. Просто убежать вовремя. Пишу газ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, жопа пригорейшн. Да не, мне все равно. Ай-яй-яй. Не, никого нету вообще. Ненормально. Хорошо, давайте дальше взрываем. Может, все-таки по звуку меня найдут, пацаны? Не слышу абсолютно ничего. Так, мы сейчас тут обложимся бомбами. Не сильно так, чуть-чуть. А, знаешь, это когда ты не хочешь отдаваться маньяку, но умрет. Как в фильме «Я легенда», когда он гранату взорвал. Ну, вы там карту там не чекаете. Ой-ой-ой. Это жестко. Но у меня очень много жизни, я смогу выдержать эти все взрывы. Так трясет. А что, вы не видите эти взрывы мощные? Видите?
даже я вижу. Это не меня трясёт. Так в этом и есть прикол, чтобы всё тряслось. Давайте ещё что-нибудь что-то жахнем, мне понравилось. Давай. Давай. Давай я найду всех, ты жахнешь. Всех, где ты жахнешь. А я не такой, я не мощно взрываю, я локальная. Найди гранату, чтобы он всех жахнет. Это локальная бомба, ребят. Все будет нормально, не ссы. Все флаг делаю. Им находится. Он в библиотеке. Ничего себе откинул. Нормально, пацаны, сюда никто не зайдет. Я в этот библиотеке так далеко улетел. Все нормально, прятки удачные. Да? Конечно. А, это... Так, что нам еще? Сразу аниматроников стало. Умри! Ну блин, бомба, активируйся! Вот говна, убил, красава. Бомба. Кого еще не нашли, пацаны? Меня. Крошку и... Арекс. Крошка Арексновая. Крошка Арекс. Даже бомба. На тебе! Да я случайно нажал правую кнопку. Обстоятельства, так бывает. Да, да. Хочется нажать. Понимаю. Хочу нажать прямо на бомбу, но не могу. Сейчас подождите. А там бомба, да, есть? А, они же остались там, ну да. Я сделал свои бомбочки, да. Как говорится, я взрываю бомбу, кто не спрятался, я не виноват. Не, это слабая бомба, на самом деле. Она не взорвется сильно. А, все, закончился раунд, что ли? Нет, конечно, мы пацанов ищем. Ну, как взорвалось. То я так и проверяю, на месте там, не на месте, пацаны. Нормально все? Живые? Да, живые. 50 на 50. Очень мало. О боже, что с этой марионеткой? Но? Живые? Живые. А, живые. Живые, хорошо. Да, надо не на этой части карты взрывать. На улице что-то взрываете. А да, вы в подвале что ли прячетесь? Нет. На улице. На улице, да, говоришь? Здание. Я сам. Сейчас мы вот это здание прочекаем. Новый вид это поиска. Взрываем локальные бомбы. Это не удивлен, Диман. Это... Ой-ой-ой. Никого в этом здании нету, пацаны. Конечно, конечно. Давайте в этом здании. Давай. Меня аж откинул, как телепортировался. Так, пацаны, чё вы обманываете, вас в зданиях нету. Все ясно. Интернет бомбоубежище. Давайте вот здесь еще жахнем, на краешке карты. Может, все-таки здесь они? Я знаю, может. А, вода поглотила все, я понял. О, Арекс, ну что ты такой молодец? Я шел. А он с Костик, стоп. Я нашел этот, где чарование, я зашел, там же еще в один блок можно было сраться, вот Арекс выбежал на меня. Как обычно я. Пацаны, я считаю, что. О, все. Ого! Оно смесь с водой сделало такую реакцию. Пукнуло. Это не пукнуло, это пердануло. Это даже не пердануло, а бздануло. И хитро, потому что уж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Вот это жахнуло.